Российские власти бьют тревогу перед так называемыми президентскими псевдовыборами, хотят ввести запрет на резкий рост цен на продукты. Соответствующий законопроект Госдуму внесла Федеральная антимонопольная служба. Документ предусматривает запрет производителям, поставщикам продукта повышать цены более чем на 30% в течение 60 дней без обоснованных причин. Перечень товаров попали и яйца. Стоит отметить, что в этом году резко подорожали другие продукты. Ну, например, цена на мясо курицы взлетела почти на 50%. Чтобы сдержать инфляцию, российские власти даже запрещают экспорт некоторых товаров. Годовая инфляция в ноябре составила 7,16%, а еще весной Центробанк считал, что она не превысит 6,5%. Ну, о том, что же происходит, знаете, на этом рынке, но в целом поговорим о ценах, которые сейчас наблюдаются в разных секторах российской, ну, не то чтобы там экономики, да, а в целом продовольственной такой сферы. С нами на связи Илья Нисходовский, экономический эксперт. Илья, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый день. Илья, объясните нам, а что же так происходит, что прям вот россияне ропщут, что же такое получается уже подштучно, и даже вот целая Россия не способна как-то обеспечить покрытие вот этой нехватки, что приходится даже разрешать турецким предприятиям заходить на этот продовольственный рынок России? Ну, ситуация очень проста. Наконец-то начали действовать санкции. То есть те ограничения, которые были введены, привели к тому, что пришлось переключаться на поставку товаров с других стран. Например, то, что раньше поставляла Бельгия, например, аминокислоты, необходимые для производства курей, теперь поставляет Китай. А учитывая, что европейская часть России, где есть основной потребитель, находится далеко от Китая, соответственно, начинают увеличиваться расходы, связанные с доставкой этого продукта с Китая в европейскую часть России. Кроме этого, конечно же, кроме увеличения логистических поставок, Китай, понимая, что он фактически монополист в поставках много количества различной продукции, необходимой для производства, он повышает цены. Кроме этого, некоторые продукты невозможно заменить их на китайские или из других стран, которые не поддерживают санкции. Соответственно, используется параллельный импорт. А уже по параллельному импорту посредник, которые определенным образом рискуют, чтобы товары, соответственно, попадали на российский рынок и получить потом вторичные санкции, они вкладывают в разницу цены именно для российского рынка больший уровень. То есть заставляя переплачивать российского потребителя иногда на 10-20%. Кроме этого, мы видим ситуацию на валютном рынке. По сравнению с началом года, когда курс рубля был около 60 рублей за доллар, сейчас он уже 90 рублей за доллар, а в определенные моменты достигало 100 рублей за доллар. Как результат такого обесценивания рубля, соответственно, увеличивается и стоимость это импортной комплектующей, которая покупается. Кроме этого, также увеличиваются другие расходы, связанные с тем, что девальвирует рубль. Например, если эти производители имеют возможность продавать за рубеж продукцию и получать, соответственно, больше в рублях, то почему они тут, в середине страны, должны продавать себе в убыток? Соответственно, например, так же самое мы видим, что где тонко, там и рвалось. Как только возникла проблема с бензином, соответственно, там он сразу возрос. После того, как он достиг уже максимального значения, было отыграно, что Путин там суворо сказал, ну, давайте держим цены, соответственно, они на 1% опустили, но цены уже поднялись. Цены уже поднялись довольно-таки существенно. То же самое сейчас происходит и с яйцами, и с курятиной, когда, опять же, Путин, президент большой, огромной страны, соответственно, делает строго, что это такое, соответственно, опять цены возвращает до уровня, скажем так, не до уровня, а уменьшает на несколько процентов или просто останавливает рост. И уже вроде бы как вмешательство президента привело к тому, что цены остановились. Но это, опять же, касается только определенных видов продукции. То есть сейчас это были курятина, потом это были яйца, потом это будут другие продукты, потому что тут
продолжает иметь место обесценивание рубля, продолжает иметь место необходимости финансирования расходов войны, а соответственно это в том числе и печатание рубля, соответственно инфляция будет провоцироваться, и этот рост уже может быть каким-то образом через силовые способы будут держать до выборов, но после выборов это будет уже полный коллапс относительно того, насколько может удержаться российская экономика. Ну вот я так понимаю, тут, чтобы мы не упустили эту информацию, о которой мы говорили, тут открываются новые рынки, я так разумею, хотела сказать, понимаю, и у тех стран, которые сегодня еще продолжают определенные бизнес-отношения с Российской Федерацией. Вот тут мы смотрим Турция, да? Я не буду спрашивать, почему именно Турция, потому что, ну, наверное, ответ я уже сама и озвучила. Это те страны, которые сотрудничают, одна из тех стран с Российской Федерацией. Ну и Турции выгодно все-таки предоставлять такой продукт сегодня Российской Федерации, судя по всему, 17 предприятий. Достаточно большое количество, которые могут предлагать яйца на российский рынок. А здесь это такое взаимовыгодное сотрудничество, я насколько понимаю, исходя из цифр. Не, ну однозначно, то есть если есть возможность производить яйца, продавать по хорошей цене, не обращая внимания на санкции, то почему бы не продавать это России? Потому что до этого Турция продавала, например, тем же самым Арабским Эмиратам, другим арабским странам. То есть переориентация рынка, при этом очень быстрая логистика через Черное море, и, соответственно, есть возможность. Но в целом я бы сказал так, если что-то продавать России из-за рубежа, это очень выгодно. Это приводит к оттоку валюты, потому что, извините, Турция торгует не за рубли, она не торгует за там, индийские рупии или китайские юани. Им нужна валюта. И это фактически приводит к тому, что валюта выходит из страны за такие продукты, которые могла бы производить Россия. Соответственно, это приводит к тому, что опять увеличивается давление на доллар. Конечно же, это не такой большой рынок, но сама тенденция. То есть, если эти тенденции будут увеличиваться, и Россия не будет способна производить продукты питания, которые являются в своей массе огромное количество, скажем, этого рынка на такое количество людей, соответственно, это будет ухудшаться и другое состояние валютного рынка. То есть валютный рынок будет ослабевать, и доллар опять будет повышаться в России. Поэтому тенденции в целом, я считаю, позитивные. Потому что ну, продавать яйца, это уже фактически, можно сказать, бить по скрепам. Да. Илья, смотрите, но как выходить из этой ситуации? Да, мы понимаем, что если есть ниша, туда могут зайти другие предприятия. В частности, как вот сказала моя прекрасная коллега Лейла, да, вот турецкие фирмы, турецкая компания, соответственно. Но, да, вот перед тем, как выйти с вами на беседу, на разговор, вот мы предоставляли тут информацию, что с этим вызовом кремлевским властям придется как-то совладать. Да, и мы понимаем, что вот эта выборная кампания... выборная, перевыборная, наверное, кампания нынешнего главы диктатора кремлевского Владимира Путина, но она не должна проходить вот на таком фоне нехорошей, мягко говоря, ситуации на продовольственном рынке. И вот мы говорили о том, что российские власти уже бьют тревогу, да, и хотят, это красота, я считаю, что это просто красота, и хотят ввести запрет на резкий рост цен на продукты. Как вам подход, Илья? Вот цены выросли вверх, вышел там Володин и сказал: ребята, мы запрещаем ценам расти, и цены пошли вниз. Как вам вот подход, Илья? Смотрите, сам подход относительно того, что расти-то могут, но не более чем на такой-то процент. То есть, другими словами, не надо резкого, не пугайте людей. То есть мы прекрасно понимаем, что в стране у нас очень большие проблемы с экономикой, но делайте это постепенно, чтобы россиянин привыкал к тому, что если вчера яйца были там по 70, сегодня по 80, потом по 90, по 100, 110, 120, 150. То есть делайте постепенно. Зачем же в этом месяце, по сравнению с предыдущим месяцем, вы подняли аж на 18%? Вы же испугали россиянина. Он начинает тут задумываться, а не действуют ли санкции, а что у нас за проблемы в стране,
а является ли наша власть достаточно сильной для того, чтобы не допустить такого роста. Поэтому их задача, подход именно, делайте это постепенно, понимая, что если они, например, ограничат цены, а по некоторым продуктам они ограничивают, они, кстати, между прочим, если проанализировать, к чему приводит ограничение цены, то социальные продукты, они или пропадают, или уже делаются из такого качества муки, чтобы она соответствовала цене, с такими примесями, что, извините, кушать-то это невозможно. Но россияне уже привыкли, для них это хлеб уже является социальный хлеб такого качества, является нормальным. Но расследование, которое постоянно проводится относительно качества этого хлеба, оно показывает просто ужасное состояние. Например, они регулируют яйца S2, то есть это самые маленькие яйца. Но их же часто просто-напросто в торговле, в торговой сети просто-напросто не найдешь. Их нет. Поэтому приходится покупать более дорогие S1 или S0, SO. Поэтому в этом отношении то, что они пытаются делать, это приведет к тому же самому повторению, что было при Советском Союзе, когда полки были пустыми. И если вы отходите от рыночной экономики, а у вас предприятия, которые должны зарабатывать, они просто будут останавливаться. В убыток себе никто работать не будет. Продавать в убыток себе тоже никто не будет. Ну вот хочется еще, да, мы говорим о скачке цен, и он действительно для многих оказывается очень резким на продукты. Но также есть еще несколько аспектов, хотела бы, чтобы мы их параллельно с вами, Илья, тоже обсудили. В России наблюдается, как я уже сказала, не только резкий скачок цен на продукты, но и дефицит рабочей силы. К примеру, российскому рынку такси не хватает рекордного числа водителей. К началу осени дефицит таксистов вырос до 72 тысяч человек, а к декабрю до 80 тысяч, об этом пишет издание «Ведомости». На дефицит что повлияло? Растущие финансово-административные издержки, мобилизация, отток мигрантов, уход кадров в другие сферы экономики. Также водители покидают отрасль из-за роста расходов на автомобили и обслуживание в полтора раза. Поэтому растет и цена на услуги таксистов. Как отмечают эксперты, если число водителей не увеличится, цены продолжат расти, при этом будет падать качество услуг. Ну, действительно, такая закономерность есть. Чем меньше водителей, это понятное дело. Все-таки с качеством тоже вопрос сразу же становится очень серьезным. Но все же, вы можете еще добавить все-таки о причинах, почему такое происходит в сфере такси в Российской Федерации? Потому что, помните, да, мы когда говорили о мобилизации, продолжали, кого там планировали, даже в ролике использовали и призывали мобилизовать в первую очередь, это ролики, которые выходили на государственных каналах, это были таксисты, это были сотрудники спортклубов и охранники, да, еще плюс охранники, кого нужно было в первую. И вот таксисты тоже были теми, кто, по мнению Кремля, должен был в первую очередь попасть вот как раз под понятие мобилизации. Но я думаю, что это не только главная причина, это вопрос мобилизации. Но все же, что происходит в этом аспекте? Знаете, если еще они начнут, об этом было уже заявление, призывать так называемых эмигрантов, то это просто... Я очень горячо поддерживаю эту идею, потому что как только с России поедут еще эмигранты, которые там были на заработках, то это будет для них полная катастрофа. Сейчас еще более-менее в определенных сферах, таких как сфера такси, таких как, например, там строительство и так далее, каким-то образом они компенсируют отсутствие необходимого количества людей через мобилизацию и через выезд за счет эмигрантов, которых призвать сейчас нельзя. Давайте, добивайте уже Россию, начните призывать иммигрантов, и эти иммигранты сразу начнут перемещаться в другие страны, возвращаться себе домой, понимая, что одно дело ты поехал на заработки, и другое дело тебя заберут для того, чтобы потом отправить на войну, где тебя убьют. Для чего тебе такое будущее? Поэтому в этом отношении вот это была бы очень хорошая идея, которую, в принципе, надо поддержать. Вы все равно, ну, не добьетесь там какого-то существенного улучшения. Относительно любой сферы услуг качество катастрофически падает. Из-за того, что действительно становится все меньше людей в этих сферах. Мобилизация не пропадает. Люди все равно продолжают уезжать. Это те люди, которые не попадают ни под какие брони. Соответственно, им необходимо выезжать. Кроме этого, падает количество качественных. Вот вы сказали, таксисты — это все-таки люди, которые не являются какого-то высокоинтеллектуального труда. Соответственно, если мы будем брать
взять сферу высокоинтеллектуального труда, то там также катастрофа. Люди просто-напросто выезжают. Вот мы говорили, кстати, про яйца. Непосредственно в одном из интервью представитель птицефабрики, он сказал следующее, что у него также проблемы с тем, чтобы, что у них осталось намного меньше людей. И этим людям приходится платить гораздо больше, потому что их мобилизируют, у них нету брони, их забирают, соответственно, им приходится искать новых. И количество людей, которые там работают, им надо предлагать больше зарплаты и искать где угодно. Соответственно, это приводит тоже к росту цен. Поэтому ситуация составляет тут те факторы, которые назвали, я полностью, это обоснованные факторы, если мы говорим про сферу такси, но еще хуже ситуация в высокоинтеллектуальных сферах. Там приходится платить уже намного больше для того, чтобы удержать этого человека и также искать какие-то способы защиты его от мобилизации, чтобы этот человек остался на этом предприятии. Поэтому ситуация будет ухудшаться. Количество людей будет не хватать. Количество высокоинтеллектуальных людей, которые не могут работать там где-то на оборонку, они также будут продолжать выезжать. После выборов, я уверен, что до выборов крупной мобилизации не будет, но после выборов мобилизация будет усилена, и, соответственно, будет еще одна волна выезда за рубеж россиян. И тогда уже это будет катастрофа на этом рынке. Количество людей будет недостаточно для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование экономики. Илья, давайте как раз мы поговорим о ситуации не только там в российской экономике или в каких-то промышленных отраслях, а что происходит в целом на рынке валюты. Пока российские власти рассказывают о якобы привлекательности рубля, граждане Российской Федерации усиленно запасаются наличной валютой. Но по информации Центробанка, только в октябре население перевело валюту почти 96 миллиардов рублей, то есть более 1 миллиарда долларов. Это рекорд, начиная с февраля 2022 года. Также, по данным Центробанка, на ноябрь этого года на руках у россиян находилась наличная валюта почти на 100 миллиардов долларов. Илья, каковы прогнозы насчет, знаете, соотношения между деревянным и крепкими валютами, такими как доллар и евро, и с чем мы можем связывать, вот, знаете, такой всплеск, да, интереса к долларам и евро со стороны российских граждан? Ну, абсолютно все экономисты в России, они дают четкий прогноз, что если сейчас удерживается рубль исключительно силовыми методами до выборов, все дают прогноз, самый худший прогноз, который я слышал, это 105-110 рублей после выборов. Сравнить с сегодняшним там 90 рублей, это уже плюс 20 рублей за доллар. Плюс 15, плюс 20 рублей за доллар. Соответственно, это и как капиталовложение, как сохранение денег, и тем, что они начинают выкупать, кстати, валюту, они и провоцируют дальнейшее давление на валютный рынок. Но тут основным фактором ухудшения состояния является немножко другое. Мы видим, что наконец-то американцы начали использовать вторичные санкции по отношению к тем, кто нарушает эти санкции, тем, кто перевозит российскую нефть по цене гораздо ниже той цены, которая была установлена странами G7. Соответственно, компании, транспортные компании, страховые компании, Европейский Союз подключился, который проверяет судно, которое проходит через их территориальные воды, чтобы документы соответствовали price cap, ограничению тому цену, которую Европейский Союз установил. Соответственно, это приводит к тому, что на сегодняшний день мы наконец-то вернулись, что Urals, российская нефть, торгуется меньше 60. Соответственно, валюты в страну приходят все меньше. А покупать ее, то есть покупать импортных товаров, приходится все больше. То оборудование, которое использовалось, импортное оборудование, оно ломается. Необходимо комплектующие, прямых поставок нету. Необходимо искать через третьи руки. Эта стоимость гораздо выше. Соответственно, спрос на валюту гораздо выше. И это приводит именно к тому моменту, что на сегодняшний день давление увеличивается. Они уже ввели даже валютных комиссаров при каждом экспорте.
экспортеры для того, чтобы он продавал свою валюту и контролирует эту продажу валюты, иногда абсолютно абсурдно, фактически ограничивая прибыльность этих предприятий через такие решения. Но все равно это происходит, поэтому давление увеличивается, и при том, что Urals будет $60, я уверен, еще как минимум месяц, я надеюсь, что дальше он будет еще больше падать, то в этом отношении валюта будет становиться все меньше и меньше и меньше, а валютные комиссары как бы не хотели, уже будет нечего продавать под тот спрос, который имеется. И будет возникать давление. Соответственно, смогут ли они удержать до выборов этот курс? У меня даже в этом очень большое сомнение. Я ожидаю ухудшения состояния российской экономики, в том числе через курсы по другим параметрам, именно в начале следующего года. Удержать так долго, аж до марта 2024 года, просто не будет возможности. Спасибо вам, Илья. Всегда благодарим. Вам рады. В эфире информационного марафона телеканал Freedom. Обязательно увидимся и услышимся. Илья Несходовский, экономический эксперт, был с нами на связи.